на этот раз свои команды для участия в региональном этапе международного фестиваля выставили 5 городов области. Столицу Заполярья представляли сразу 4 сборных. 3 приехали из Апатитов, столько же команд выставила на турнир и Кандалакшская Дюш. В борьбу за выход в финал престижного турнира вступили также детские футбольные команды из Мончегорска и Кировска. Наш город принимает турнир «Локобол» уже 2-й год подряд. Как отмечают организаторы, Кандалакшская площадка отвечает всем требованиям. Все тренеры вот говорят о том, что мы устраиваем людей, вот, всех устраивает гостиничные услуги, питание в городе. Мы помогаем определиться с этими вещами. Всех поле у нас хорошее, естественно. Но главное то, что мы принимаем радушно, вот, и проводим все качественно. И в организационном плане, и во всех других смыслах. Организаторы каждый год какие-то особые условия выдвигают. В прошлом году это был год экологии. Мы водили всех детей в музей заповедника. Потом показывали им тюленей приплывших. Вот. В этом году это посвящено чемпионату мира. Вот мы брошюрку специальную издали, чтобы информировать всех детей о том, что такое чемпионат мира, как они проходили раньше. Быть принимающей стороной – почетная и ответственная миссия. Уровень подготовки юных спортсменов растет. Все больше мальчишек предпочитают заниматься футболом. И не на уровне пинать мяч во дворе. Многие ставят себе высокую планку. Впрочем, не отстают и соперники. Естественно, по сравнению с Мурманском, даже с Апатитами, количество людей, количество детей у нас намного меньше. Поэтому у нас и играет не полностью 2007 год, 2007, 2008, даже 2009 несколько человек прямо в стартовом составе играет. Это дает определенные преимущества более взрослым ребятам и из других лучше укомплектованных в плане возраста команд. Но в любом случае мы всегда наши тренеры максималисты и мы всегда играем на победу. Так что посмотрим. Футбол есть футбол. Те, кто еще вчера демонстрировал блестящую игру, сегодня немного выдохся. Юные футболисты команды «Нива», которых подбадривали мамы, папы и тренеры, работали на поле, как говорят, на износ. Дошли до финала, но не смогли удержать пальму первенства. Почетный трофей уехал в Апатиты. Кубок выиграла «Олимп» Дрозд Хибины. Пожелаю команде успеха на национальном турнире. Так как они будут Турнир закончен, но стадион «Локомотив» живет полноценной, активной, спортивной жизнью. Уже через пару дней комплекс станет площадкой по проведению первенства области. На стадионе «Локомотив» 6-8 будет проходить первенство области среди команд 2004 года. Это уже взрослые ребята, это уже 11-11 на все поле. Вот, это уже ближайший резерв областного футбола и ФК «Кандалакша», которые должны через несколько лет начать выступать на совсем другом уровне. Вот посмотрим. Ну а открытие сезона большого футбола, который для футбольного клуба «Кандалакши» станет юбилейным, 20-м по счету, запланировано на 26 мая. В этот день наш клуб проведет первый домашний матч в рамках областного чемпионата. Принимаем команду из Оленегорска. Чуть раньше ФК «Кандалакши» сыграет на выезде в Мончегорске с мурманским «Электроном». На 19 мая запланирована встреча, в рамках которой определится обладатель Суперкубка области по футболу.